Известно ли вам, что вы можете растворить настоящее лезвие или включить лампочку с помощью энергии мозга? Ваше тело – это уникальный механизм. Давайте вместе узнаем обо всех его особенностях. Неважно, как часто вы принимаете душ или меняете одежду, на каждом квадратном сантиметре вашей кожи обитают примерно 5 миллионов бактерий. Но без паники. Они по большей части безвредны. Электроэнергии, которую вырабатывает ваш мозг, хватит, чтобы включить лампочку. Если собрать вместе все железо из вашего организма, из него можно сделать 7-сантиметровый гвоздь. Большую часть жира, который теряет ваше тело, вы выдыхаете в виде углекислого газа. Желудочный сок способен растворить бритву. Однако особая оболочка не позволяет желудку переварить себя. У детей на 90-95% больше костей, чем у взрослых. Всего более 300 костей. С возрастом они срастаются и остается лишь 206 костей. В пальцах отсутствуют мышцы. Их движение контролируют мускулы ладони и предплечья. Тело взрослого человека весом 90 килограммов содержит от 1 до 3 килограммов бактерий. Без паники! Большинство из них полезны. Вы не можете одновременно дышать и глотать. Не спешите проверять. Вы рискуете задохнуться, ведь и еда, и воздух одновременно перемещаются по глотке. Люди действительно светятся в темноте, однако мы не замечаем этого. Свет невероятно тусклый. Желудок, как и ваше лицо, покрывается румянцем. Приток адреналина расширяет кровеносные сосуды, и в результате стенки желудка краснеют. Вкусовые рецепторы есть не только на языке, но и в мозге, легких и желудке. Но ученые до сих пор спорят об их предназначении. Несмотря на высокую прочность, ваши кости на 31% состоят из воды. Громкость храпа может достигать 80 дБ. Это сравнимо с шумом отбойного молотка или низко летящего самолета. Вы не сможете чихнуть с открытыми глазами. Они закрываются, чтобы защититься от микробов. Ваши глаза способны дышать. Внутри роговицы нет кровеносных сосудов, поэтому кислород в нее поступает прямо из атмосферы. Вас посещают 70 тысяч мыслей ежедневно. О чем обычно думаете вы? Расскажите в комментариях. К 60 годам вы потеряете половину вкусовых рецепторов. Жаль. Ваши уши теряют больше серы, когда вы напуганы или испытываете стресс. Растительность на лице растет быстрее, чем на других частях тела. Примерно 1 из 200 человек появляется на свет с лишним ребром. Вероятно, оно запасное. Ваше левое легкое примерно на 10% меньше правого, потому что слева расположено сердце. Наша ДНК на 70% похожа на ДНК слизней. Самая мощная мышца в организме – мышца челюсти и жевательная мышца. Мы можем сжать челюсти с усилием в 90 килограммов на коренных зубах и в 25 на резцах. Нос и уши не перестанут расти до конца ваших дней. Смиритесь с этим. В вашем веке находится самый резвый мускул. Он сокращается за доли секунды. Не будь у вас мизинчика, рука лишилась бы половины силы. Головную и зубную боль объединяет троичный нерв. Он связывает челюсть и височную часть черепа. Когда вы спите, обоняние бездействует, поэтому ночью вы не почувствуете даже самый неприятный запах. Ваш слух притупляется, когда вы злоупотребляете едой. Женское сердце бьется быстрее мужского, зато желудок мужчин быстрее справляется с едой. Для каждого шага организм задействует более 200 мускулов. Ногти на руках растут быстрее, чем на ногах. Дело в том, что руки чаще находятся на открытом воздухе и поэтому получают больше живительной энергии солнца. Кстати, о ногтях. Ногти на среднем пальце растут быстрее, чем все остальные. Если сложить все ваши кровеносные сосуды в одну линию, она сможет обогнуть землю больше 2 раз, но без них вам придется плохо. Отпечаток языка и запах уникальны для каждого человека. Совсем как отпечатки пальцев. Будьте осторожнее, не оставляйте отпечатков языка. Тем не менее, доказано, что запах близнецов идентичен. У блондинов гораздо больше волос. Их голова может похвастаться наличием 146 тысяч волосяных фолликулов, а головы людей с темными волосами – наличием лишь 100 тысяч. И, кстати, ваши волосы практически непобедимы. Они выносят холод, смену климата, воздействие воды, многих видов кислот и агрессивных химикатов.
На ваших стопах 500 000 потовых желез, которые за сутки могут выделять более 0,5 литра пота. Теперь вы знаете, почему туфли такие мокрые. За полчаса ваше тело вырабатывает достаточно энергии, чтобы вскипятить 2 литра воды. Нервные импульсы мозга развивают скорость до 273 км в час. Сердце качает кровь так сильно, что давления хватит на то, чтобы она брызнула на 9 метров вперед. Когда вы чихаете, воздух устремляется наружу со скоростью около 160 км в час. Ваши глаза могут различать до 10 миллионов цветов. При особой генетической мутации в глазах возникают дополнительные фоторецепторы. Их обладатели могут различать 100 миллионов цветов. В вашем мозге примерно 100 миллиардов нейронов. Это чуть меньше количества звезд в галактике Млечного Пути. Ежедневно вы выделяете примерно 1 литр слюны. Без нее вы бы не ощутили вкуса пищи. Вы способны слышать благодаря небольшим волоскам внутри ваших ушей. Лишившись их, вы лишитесь слуха. Сердце взрослого человека бьется со скоростью 100 тысяч ударов в день. Это чаще 1 удара в секунду. И так постоянно. Ваши ноздри работают попеременно, сменяя друг друга раз в несколько часов. Вы вдыхаете и выдыхаете одной и той же ноздрёй. Ваши пальцы сгибаются и разгибаются примерно 25 миллионов раз, ну, за всю жизнь. Во время разговора вы всегда задействуете 72 мышцы. Вот так! Даже если вы встанете на голову, пища все равно попадет в желудок по пищеводу. Запах зеленого яблока может облегчить симптомы клаустрофобии. Помещение будет казаться вам больше. Люди – единственные существа, обладающие подбородком. Как сказал Марк Твен, человек – единственное животное, способное краснеть. Впрочем, только ему и приходится. Каждая прядь волос способна удержать груз весом 100 граммов. Это значит, что вся шевелюра может выдержать 12 тонн веса или 5 жирафов. Проверим? Только после вас. Примерно у трети людей в колене есть дополнительная кость под названием фабелла. В среднем человек спит 122 дня из 365. Пора бы его разбудить! По сравнению с остальными существами в мире, люди – лучшие бегуны на длинные дистанции. Ваш нос способен различать 1 000 000 000 запахов! Какие ароматы! Звук, который мы слышим, когда хрустим пальцами, на самом деле возникает из-за взрывающихся пузырьков газа. А как вам это объясняла мама? Мозг примерно на 3/4 состоит из воды. Человек, переживающий синестезию, может одновременно испытать сразу несколько ощущений. Например, почувствовать вкус слов или услышать цвета. Внешняя оболочка зуба – эмаль, самая твердая ткань в организме. Ей уступают даже кости. Когда вы набираете лишний вес, ваш язык тоже увеличивается в размере. Наша печень – самый загруженный орган. Она выполняет более 500 функций. Сам мозг не в состоянии ничего почувствовать. У него отсутствует нервное окончание. Большие пальцы ног удерживают 40% вашего веса. Берегите их! Люди со светлыми глазами, голубыми или зелеными, менее чувствительны к боли. С возрастом ваш мозг постепенно теряет массу. Выброс адреналина способен на время увеличить вашу силу. Глаза воспринимают мир вверх тормашками, однако мозг преобразует изображение. Мельчайшая косточка в вашем теле – стремя. Оно расположено в среднем ухе. Размер кости приблизительно составляет 3 мм. Гравитация в космосе не воздействует на тело, поэтому при возвращении домой некоторые космонавты вырастают на 5 сантиметров. Третья часть тех, кто способен шевелить ушами, может даже двигать одним ухом. Подъязычная кость уникальна тем, что она не крепится к другим костям в организме. Она расположена в горле и служит для языка якорем. Каждый час вы теряете по 200 миллионов клеток кожи. Правда, пересчитайте сами. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к AdMe.